Добрый вечер, друзья. У меня чрезвычайно сектантская и узкоаудиторная тема, извиняюсь за это, но тем не менее, чрезвычайно хочется поделиться. Начну с отвлеченного риторического вопроса. Каким должен быть город, чтобы присутствие в нем обостряло желание жить? Все, ну, часть из нас, по крайней мере, уже почувствовали на себе, насколько изменилось ощущение города после реконструкции парка Горького. Как Москва превратилась, по сути, в огромный университетский кампус после того, как сайт теории и практики просто решил смодерировать и рассказать, где можно осмысленно провести время. По сути, став главным деканатом города Москва. Сейчас, когда наиболее креативная часть библиотечного сообщества, по сути, изобретает библиотеку заново, мне кажется, что вот эта reinvention библиотеки может стать как раз таким воодушевляющим, востребованным проектом, который еще сильнее изменит чувство этого города и сделает его еще более комфортным в интеллектуальном сегменте. Почему тема заглавлена как «Long List, Short Life»? Вообще, вот мой такой единственный слайд, такая презентация, вот он у меня, собственно, в футболке изображен. Это то чувство фрустрации, которое, по крайней мере, я и многие другие книгачи переживают от того расширяющегося горизонта книг, который так хочется прочесть, и той невозможности все это усвоить, не обязательно в библиотеке, не обязательно дома, пространства могут быть разными, что этой фрустрации, понятно, не помогут никакие винтажные типы терапии, типа там фрейдизма. И вот мы с друзьями придумали, что сделать. Мне кажется, что совокупность практик употребления книги, совокупность интеллектуальных практик, сопряженных так или иначе с тем социальным измерением, которое должна формировать библиотека, они все должны собираться в идеале вот в той новой, заново придуманной библиотеке, которую так хочется увидеть в Москве и которую мы уже видим. Кстати, по поводу... А вот одна только изменение позиционирования библиотеки как третьего места уже радикально изменило отношение к ней и, опять же, чувство города. При этом не вложено, по сути, никаких инвестиций. Тургеневская библиотека пригласила наш проект, предоставила нам свои стены как раз вот для такой нашей небольшой секты. Чем мы занимаемся? У нас есть сообщество, которое называется «Курилка Гутенберга». Мы решили бороться с этим чувством фрустрации, и нам чрезвычайно хочется, чтобы на закате наших дней, на такой виртуальной полке, книжной полке вот всей нашей жизни, куда мы изо дня в день, из месяца в месяц складываем, составляем прочитанное, живем с этим, углубляем наше чувство жизни, наш интерес к ней, чтобы на этой полке было книг максимально много. И мы решили, что нужно начать обмениваться пересказами. Это практика интенсификации книгопоглощения, книгоусвоения и книгоизложения, то есть, в принципе, усложнения самого способа взаимодействия с книгой, привела к чрезвычайно воодушевляющим результатам и оказалась востребованной. В Тургеневской библиотеке мы собрали где-то буквально практически без всякой рекламы человек 40. Еще мы собирались 3 раза и довольно динамично собираемся. От 70 до 30 в среднем человек приходит и действительно хочет заниматься вокализацией, по сути, книги, превращать ее в нечто живое. Если посмотреть на... зайти в читальный зал любой библиотеки, что мы видим? Мы видим такой рафинированный гербарий одиночеств. Люди возделывают в себе, так скажем, некий интеллектуализм, который замыкается вот в этой башне, понятно, из слоновой кости. Потом это в тех или иных профессиональных сообществах или в семейном кругу они делятся тем драйвом, который они получили от книги. Но, по сути, это такие окруженные стенами, никак не коммуницирующие единицы. Я мечтаю о том, чтобы у нас появилась библиотека, появились такие третьи места, где встречались бы люди, которые получают удовольствие от интеллектуального времяпрепровождения, где они
были бы за изгнание из рая уединенного чтения в чистилище публичного пересказа. Это фантастически преображающий опыт. И я приглашаю библиотечное сообщество, просто тех, кто любит книги, транслировать как-то эту тему и популяризировать, и насаждать в библиотеках. Мне кажется, это то. Это одна из тех малюсеньких, маленьких таких штучек, которая может придать какой-то новый драйв. Хотя она, конечно, не решит тех глобальных проблем, которые были сегодня здесь сформулированы. Спасибо.